Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть вперед на зомби-войну. Новые предметы. В этом обновлении мы полностью заменили предметы. Взамен предыдущих вы получили следующую компенсацию. За ящики получил доллары. Короче, целую 21 тысячу с половиной долларов я получил. Набор ученых? Это новый класс какой-то? Вау! И я его, ребята, куплю. Конечно же. Набор ученых, блин. Подожди. Это набор ученых, уникальные юниты. Команда ученых готова применить теорию на практике. А, ну это новый класс. Это не то, что двойники, да? Скины новые. Так, ладно. Фига он там поливает. Ну все. Поддержка. Доктор Кейн. Эксклюзивный. Доктор Миллер. Дрон. Охотник. Эксклюзивный. Доктор Норман. Хе-хе-хе. Прикиньте, ребятушки, мы получили с вами. Блин, нифига. 20 тысяч долларов. У меня таких денег за всю игру, что я играл, не было, ребята. Хе-хе-хе. Прикинь. Так, давай зайдем тогда. Сейф у нас тут заполнен. Что у нас тут есть? Я могу скины покупать теперь, прикинь. Просто в легкую могу скины покупать. Заберу бесплатно бутылочку. Да, вот эту я компенсацию, ребят, получил. Не кислую. 30 тысяч монет можно получить за... Прикинь, 20 с половиной тысяч у нас баксов. Куплю. Я сегодня шинкую. Офицер Пейпер. Карпентер Пейпер. То есть два новых скина. А разницы абсолютно никакой нету, да? Вот какой у него раньше был скин, как мы помним, у Пейпер. Теперь у него такой, либо вот такой можно взять. А, подожди-ка, тут... Так, бонус сета отсутствует. Соберите три предмета на одного сета. Давай выберем вот этот вот. А это кто такой? Джаггернаут? Тяжеловес? Конечно, берем. Нифига себе. Джаггер, нихера ты с дубиной такой, блин. У него здоровье 160. Это только на начальном. Это даже не на прокачке, ребята. Я в шоке. Так, что еще я хотел? Что еще мне глянуть надо? Так, зайдем в команду. Трындец. Джаггер, я тебя, наверное, запарю сейчас. Так, что инвентарь? Подожди. Улучшение юнита. Используй очки силы. Так, это он только... Это только один уровень он получил, да? Это второй уровень. А, вот как можно, ребят, прокачивать. Не хватает очков силы? Вы серьезно? Ага, тут, значит, ваши предметы будут здесь. Это я его только до 9 уровня прокачал. Здоровье 343. Нифига себе у него здоровье 343. А очки, ребята, за что получаю? А вот этих я, соответственно, тоже не смогу прокачать, потому что... Блин, очки силы. Так. Значит, теперь нету, я так понимаю, вот этой прокачек за... Так, подожди, что у нас тут? Блин. Ага. Сейчас, подожди, ребят, глянем, что у нас тут так. Награда. 300 очков силы. В общем, теперь у нас нету, как это сказать-то. Помнишь, раньше мы тратили зубные щетки, там вот это все. Сейчас этого ничего нету.
Вот у нас новый апгрейд. Тут тоже. А что вот в этом новом апгрейде было, я не пойму. Ну вот это, по-моему, да, самый такой оптимальный, мне кажется, апгрейд, как по мне. Сейчас мы тут глянем. Что-то я не помню такого МТ. Зомби я такого не помню, ребята. Легкий зомби, но фатальный для всех в малом радиусе. МТ. Какой-то новый зомби, по-моему. Я знаю, что одного зомби у нас нету. И вы мне написали, что его вообще, ребята, в игре нету. Вот. На 38-й страничке. Этого зомби нету. Опа, на 31-й страничке даже нету зомби. Значит, двух, оказывается, у меня нету. Так, это уже интересно становится. Нету двух зомби у меня. Ха. Так, что-то я не понял. Это... Подожди, а что здесь делают опять ящики? Я же... Тайник взять. И куда у меня тайник этот делся? Смотри, опять горючее тут появилось. Что? Подожди, это... Это что? Это новая карта? Это продолжение? Или меня глючит? Ё-моё! Так, тут какие-то... Ну, давай посмотрим. Так, возможно, награда. 95 очков силы. Награда выдается за один ключ. Один ключ. У меня, как ты видишь, 9 ключей, по-моему, да? Так, с... Колода, колода. Колода нужна тут... Новая колода здесь нужна, ё-моё. Это у меня вообще предназначено совсем для другого. Так, давай вначале сделаем. А, так они у нас автоматически, ребята, вот эти 25 уровня, этого 40-го максим... Подожди, я что-то не понял. У нас что, максимальный 40 уровень теперь в игре стал, что ли? Хочу взять, ребят. Такой скин мне по нраву. Это же Эбби из... Один из... Как-то? Один из нас, да? Игры. Да, я хочу вот такой скин выбрать. А, давай сюда вот ее поставим. Блин, для начала, конечно же, надо было бы посмотреть, что там вообще... С кем мы имеем дело. Что там за противник? Да, действительно, такое обновление, что я даже... Я аж потерялся. Ну, давай пока глянем. Переходим. Продвигайтесь вперед, чтобы продолжить путь, избавьтесь от зомби. Ага. Так, давай Эбби сюда, вот так вот попробуем. Так, коктейль молотова я пока не буду тратить, незачем. Эбби отстреляла свое главное. О, усилители. Так, а зачем? Блин, ну раз уж взял, давай. Хотя без него здесь можно было бы обойтись, конечно. Кажется, здесь есть что-то ценное. Чтобы добраться до тайника, сломать баррикаду. Ага. Воу. Фига, они сзади. Да ломай ты баррикаду твою... Добыча. Опа. Открываем, ребята. 79 вот этих вот очков. Выйти. То есть, а можно было бы еще и повторить, что ли? Ага. То есть, это как бы получается бесконечные уровни, этапы, да? Где мы можем с тобой спокойненько фармить. Так, дай-ка гляну вообще по локациям. Тут завершено у нас. Понятное дело, что завершено. Лига 10. Поздравляем. Зарабатываем один ключ. Этот мы нахапали. Блин, как же я, ребята, ждал. Сколько я ждал, пока нам откроют новую локацию. Так, я хочу просто глянуть. Это на всех локах? Да, ребят, на всех локациях.
То есть ящики все как... Вот здесь вот у нас почему-то три ящика. О, возможно, возможная награда. Фляжки, кружки. Дай пойду посмотрю, что. А для чего фляжки, кружки? Здравствуйте, приплыли, блин. Первая волна. Так, тихо, ты здесь будешь стоять. Ладно. Первая волна пройдена вроде бы. Давай. О, это эти же зомби. А Эбби у нас все без пулемета. У него пулемет только на один раз был, да? Ну-ка, дай сюда поставлю. Да-даш. Всех в мясо. Куда он пошел-то, эй? Так, клоуны. Не помню, ребята, что с клоунами. Тих, ножичек выбросил. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Заново. Можно мне поменять состав? Нет. Блин, плохо, что Эбби всего лишь один раз, ребята. Вот она постреляла и все. И дальше пошла в рукопашку, скажем так. Вот что обидно. Видишь, она выбросила и побежала. Да, грусть, печаль моя. Да в плане ты стрелок, ты что такой урон? Ты... Нет, это, конечно, никуда не годится. Один, ты здесь вряд ли что-то сделаешь, мужик. Еще тревога это, а тревога это означает, что ребята клоуны, конечно же, прибегут. Нет. Нет, нет, еще раз нет. Такой командой мы далеко не уйдем. А это говорит только об одном, что нам надо поменять состав. Поменять. Ладно, коктейль молотого, я не знаю, нужен нам, не нужен. Там бронированных очень много зомби бронированных идет, да? Что у нас? Медик. Блин, хочется вот этих посмотреть, ребят. Если честно. Что это за научная команда, так скажем? Надо ее прошерстить. Всего их три, да? Так, у них еще тут есть дрон. Коктейль молотого не знаю, а вот аптечку я, наверное, возьму. Блин, джаггернаута, точно, 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 точно. Вот. Давай, давай глянем. Сможет ли эта команда у меня здесь разрулить, так скажем, ситуацию? Ну давай так вот. А, всех четверых? Все, поехали. Вот это сила. Джаггернаут, перезаряжаюсь. А что это? Фига. Смотри, там еще какая-то штука стоит. А что он такой мощный-то? Прикинь, мы его просто не выпускаем из заморозки, ребят. У нас, наверное, слишком маленький уровень, да? Ах ты уродливая собака. Наяривает, чувак. Блин, ну если мы так с этой пакостью долго возюкаемся, то дальше-то, наверное, еще сложнее будет. Прикрой меня. А что это он такое поставил там, непонятное? Хороший слух.
начать битву. Я их подлечу. Да хочу ты, Джиггернаут, я... Блин, слушай, ну вот этот чувак крутой в плане того, что, ребята, он... Он замораживает врагов. И они вообще ничего не могут сделать. Так, ну не забывай следующего, блин. Что сейчас он разделится еще на много мелких зомбарей. Дай-ка их, наверное, тут подлечу. Ну, раз Крамсон, он там, конечно, ведет конкретный. Так, а вот сейчас будут зомби, которые будут сзади. Так, это получается 3 из 5, третья волна, что ли, или как? Ну! Чё? Да, он один-то не справится, наверное, здесь, ребят. Да. Да чё ж так сложно-то, а? Блин, какой-то горелый. Фига себе, я не могу пройти. Ну, я, наверное, понимаю, ребят, что враги, конечно, здесь очень сильные. И мне хотелось, как говорится, проверить моих бойцов. Сонечка, радость моя, давай на передовую, как обычно. Так, Сонька, давай попробуем... Да, кстати, давай-ка мы попробуем с тобой полностью выбрать группу SWAT. Как в старые добрые времена. С бонусами, со всем вытекающими. Так... Нашего этого возьмем. Без тебя-то, куда же мы без тебя-то. Так, и еще к этой группе, я не помню. Этот, по-моему, не сватовец, да? Это не к этому, да, относится у нас? Взять бучку, что ли? Или медика взять? Медика взять, наверное, надо. Че, ребят, попробуем такой командой. Блин, хочу награду, полностью хочу пройти, посмотреть, что нам там выдадут просто. А, тут и... Для старта же нужно выложить, конечно же. Сделаем так. Подожди, сюда. Все, больше пока никого не могу. Ну, это как всегда, побежал, блин, вперед, батьки, в пекло. Подожди, а что это у меня два-то? А, вызвали подкрепление, да? Он горит, но он такой... Я в шоке, ребят. Сейчас этого еще уничтожат. М-да. Прикрой меня, ты последний остался. Посмотрим. Да сгори ты уже там, хрюкало. Да, что-то эта команда. Ах ты уродливая. Ему крышка, ребята, его сейчас уничтожат. Понимаешь, я больше не могу. Вот я выставил одних. Все, ребят, больше я ничего не могу сделать. Он же сейчас разделится же еще. Да. Перезарядку пока делает свою. Ну, не знаю.
Почему он не разворачивается назад, я никак не могу понять. Почему он идет на прополую? Я так все ребята... Это первый этап, и я все ключи сфейлил почти. Нет, ключи у меня еще нормально. Сложно, нормально, легко. А, так я... Давай, наверное, слегка начнем. Давай слегка начнем, блин. Я что-то там сложно прям поставил. Чуть-чуть вообще как-то. Сейчас посмотрим, насколько будет все легко. Ну куда ты вот, ну зачем вот она идет вперед, а? Бьет еще сумка, отталкивает. Давай так вот сделаем. Пошли, пошли, пошли. Что за меди, который бежит вперед? Ну это трэш. Не должно быть такого. Ага, ага. Там уже бегут. Награда. А у меня только один ключ. У меня нет. Ой. А куда? Что это? Подожди, это... Нет, ребята, это все-таки вон. Увеличивает здоровье на... Так. Дай-ка я гляну. Я что-то не врубился, блин. Я думал, что это уже... Авто. Улучшить. Вот оно что. Вот оно, значит, что. Ну-ка. Где мои команды? Так. Ну да, 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 да. Теперь можем мы надевать это. Увеличит критический урон на 10%. Улучшить. Нет, подожди. Вот. Окей. Так, теперь у нас фляга есть. Мы ее типа, ну, оставляем, да? Здесь на нем. А максимальный уровень 13. Постой. Есть у нас максимальный уровень 13. А, ребята, это у нас не уровень 35, 30, 40. Это у нас манна. Ну как-то. Ты понял, пробирки, короче. А уровень до сих пор 13 максимальный. Поэтому здесь у нас какой уровень? Первый. Сейчас посмотрим, до какого. До 4 уровня мы максимум можем прокачать. Слушайте, ребят, ну это хорошо. Потому что есть у меня хотя бы какая-то цель теперь. Прокачать нашу команду. Так, заменить. А, это мы у одного забираем. Так, вот здесь можно надеть. Вот теперь сиди и думай, кого лучше прокачать здесь. Обычно вот этот парень у нас всегда на передовой. Одеть. Что нам книга дает? Увеличивает скорость на 2. Замечательно. Коуч. Давай купим. Я хочу, ребята, все скины купить. Я хочу купить все скины у всех ребят, у которых только они есть. Waterboy. Так. У этого скинов, как ты видишь, нету. У десантника тоже нету. Блин, вот этих бы, конечно, бы скины были бы прикольные, но... О! Оу! Фига он с двумя кирками такими. Климбер. Скалолаз. Ну-ка, дед, а у тебя есть? Вау! Такой... С повязочкой, знаешь, как... В игре-то. Родстрик. О, у него еще есть скин. Фига ты, дед, обзавелся скинами. Дейл.
А где ж твой чип-то, парень? Ну, у Ластера, понятно, нету. Вау. Слушай, вот этот скин вообще в тимаш. 120. 1998. Это такой позывной у него? Механик. Слушай, ну у нас есть этот скин. Мы заработали с тобой на Новый год его, я помню. Так, тут у нее три скина взяты. На аптечке скина нету. На бочку скина нету. На клоуна есть, вау. Но эти все у нас скины есть. На нашего лесоруба. Здесь на нашего пожарного нету. На Шарлотту все скины. Так, ну на бутылку, наверное, нету скинов. Так, Глен. Вау. Вот этот скин куда посолиднее, чем когда он просто в бейсболке. Но это исходящий мертвецов, Глен, помните, да? Ох ты, а тут вообще Глен полицейский. Патруль, Глен патруль. Вау. Глен. Это из этот, отсылка. Скажи, я скажу. Блин, как она, игра-то называется? Или мультик. Gravity Falls, вот. Точно, точно, оттуда идет. Копа у тебя есть? Есть. О, я не могу, ребят, почему. Этот скин можно получить в специальных событиях. Блин, фига. Вот этот скин прикольный тоже. Такой, знаешь, типа как байкер. Слушай, когда скины есть новые, это прикольно. Механик Диас. Блин, вот это, конечно, тоже скин. Вот этот, блин, прикольный. Такой, знаешь, мучачо. Коварный мексиканец. Так, ну тут смотри. Прям десантура с ножом еще таким. Круч. Так, здесь у нас кто? Аж два целых скина. Но это больше такой уличный шалопай, да? Знаешь, эти мелкие группировки, которые... Билли. Ну, это тоже один из группировок. Рэбил. Прикольно. Да неужели ты у меня хоть скин поменяешь, Родригес? А то он уже вот в этом скине просто заюзался. Я не знаю, там сколько он уже проходил. Так. Ох ты, снайпер. Вот это крутой, ребята, скинок. Слушай, ну классно, Полина ее звать. Вау, вот тут еще Неви Полина. Тут вообще с такой смухобойкой. Круто. Так, да ладно, у тебя... А, ну это понятно, да-да-да, скин у нас есть этот. Давай, возьмем. Такой с банданой. Тоже какой-то один из уличных группировок. Так, а вот у Гварда почему-то нету скина. Слушай, ну тут вообще топовый просто медик. Прямо все идеально на нем идет. Серджион, лейтенант. Сонька, а у тебя-то что? Ты серьезно? Соня, ты куда у меня-то? В долгий дальний путь пошла, что ли? Снежная Сонька. Где-то там... Во! Блин, вот этот... Ничем, конечно, особо не отличается, но все-таки, ребят, возьмем. Эксклюзивный скин. Тактический рейнджер. Так, а у тебя? Вот у Вилли тоже нет скина. Так же, как и у Астина. Так. Хэндимен. Такой, знаешь, чисто работяга с кувалдой. Да ладно, у тебя есть скин? Кэрол Флэннель. Но она, ребята, эксклюзив. То есть не эксклюзив, она получается, видимо, в каком-то событии. Да, в специальном. Можем взять вот этот вот. Карл Вильямс. Прикольный. Прикольный скин. А у этих двух братьев нету. У агентов нету. Так, у Харли Квинн тоже нету. Так же, как у Турбо нету. Этот скин мы уже взяли, да? Да. Так, у Львиного Сердца тоже, как ты видишь, нет скина.
Ну и у докторов этих лаборантов тоже нет скинов. Слушай, ну это круто. Так, здесь мы все взяли, да? Подожди. О. Ну мне как-то, честно говоря, не особо привычно. Он больше похож здесь на строителя. А так он форумен. Так, и у этого тоже ничего нету. То есть, ребята, есть большая, очень большая выгода. Так, тут, возможно, награда 25. А здесь сколько? А, ну здесь вот получаем чисто фляжки. Да, вот это все. Ну-ка, подожди, а если мы зайдем, например, вот в эту локацию? В каждой локации, я так понимаю, есть новый вот этот вот, да. Ага, сложно, блин, сразу сложно. Давай на нормале попробуем. Блин, вот медик мне не нравится, то, что он тут вот лезет, куда его не просят. Я медика, наверное, заменю на снайпера. Вот так вот. Пойдем попробуем. Уровень сложности средний. То есть повышаем планку. Ой-ой-ой-ой-ой. Повышаем, блин, планку. Твою налево. Посмотрим. Так, а этим, по-моему, пофиг на огонь, насколько я помню. Ну! Трэш. Трэш! Как он дошел до... Блин, а тут еще и бронявые. Но, а кто до этих теперь дойдет? Снайпер мой будет, да, бомбить их? Отлично у меня получилось. Ой-ой-ой-ой-ой. Да куда ты, придурок? Все, Sony крышка. Да. Вот тебе и новые испытания, ребята. Чтобы их пройти, естественно, нужно прокачивать. У нас они сейчас вообще без прокачки идут, понимаешь? В чем суть? Они идут без прокачки. У них нету вот этих вот бонусов всех. Обычно мы до этого у нас было все. Они полностью были заряжены по полной программе. У них все было. Сейчас этого ничего нету. Секешь? В чем суть? То есть они голые практически идут. Наши бонусы тут вообще не рулят. То есть их просто элементарно нет уже. Давай, жарь там их. Не, ну на легком уровне мы проходим. Тут, в принципе, не особо тяжело. Но вот уже на сложности нормал. Уже прям чувствуется, ребят, как нас отдубашивают. А на сложном так я вообще молчу. Сейчас побегут. Нравится. Получил в грудь, да? Обратно такой, оп, пошел. Вот. А тут уже получили какой-то ножик. Опять же, в разные виды кружек. Все это прилетело вот сюда. И плюс мы еще собираем с тобой бонусы. Взять. Видел, тут даже просто бывают ящики, которые берешь, и тебе за это дают, естественно, вот эти вот очки. Вот они лежат. Две горючки тут, например, дали. Вот ящик просто лежит. Ключ нашел в нем, да? Вот ящик лежит. Три горючих. То есть горючка здесь копится. Даже сверх того, что тебе дано.
Так, смотрим, смотри, у нас улучшить. Вот, например, вот это улучшить можно? Авто. Можно. Опа, новый уровень, второй. Здоровье с 9 до 12 повышает. Здоровье до 15, плюс харизма еще тут есть. Тут еще есть харизма. А что ты продаешь, парень? Слушай, этих скинов у меня, по-моему, нету. Нэнси. И Нурсы Нэнси. Вот такой хочу выбрать для нее скин. Так, очки силы необходимы для прокачки юнитов. Слушай, а тут создать. И что это будет? А, красный ключ. $49 заплати за 2500 монет. Команда. Слушай, а автобус-то у нас есть? Автобус есть. На нем ничего не поменялось? На автобусе, я смотрю, ничего. Так, выхлоп. Ну да, ничего, ребят, не поменялось. Все как было, так и осталось. Грабительский. Военный. Оливковый. Черный. Шериф. Все дела. Так, команда. Что я хотел? Я хотел, наверное... так. Подожди, а я же какую-то чашку получил. Или где она? Куда ее? Или ее сюда нельзя? А тебе, например, можно? Вот, вот она чашка. Улич... Что? Так, увеличивает критически, а тут увеличивает скорость. Еще до легендарного можно ее... Так, подожди, ты одень. Все, одел. Да, тут надо, ребята, каждому теперь одевать все шмотки. Так, забираем. Синий ключ. Так, тут что? О! Вот, видишь? Возможно, нам награда. Ну, попробуем пройти. Думаю, получится, наверное. Так, снайперы сюда поставим. И вот так вот. Да вот что-то я не уверен, что получится. Эти пыхтуны накидывают броню им. Есть. Так. В чулках. Ой. В чулках. Сейчас тебе будут чулки. Получи. Сейчас взорвется. А, это не взрывается, да, это не те. Что там, там подобрали какой-то ящик, по-моему. Хорошо. Тут расколбасили. Блин, тут горит у нас. Погнали. А, вот это взрывается, ребята. Это взрывается чудо. Так зачем ты... Есть, молодец. Молодец.
Фига мы там его колбасим. Проклятие. Слушай, она прикольно так выглядит в шмотках. Ты что, как отбивается? Пятого уровня баррикада. Нифига мы ее тут долбим. Ну давай ты пробивай, есть. Оух. Слушай, 346 очков мы получили. Вот этих вот. А это как раз они нужны нам для прокачки наших бойцов. Так, дай-ка я гляну. Кто у нас не прокачан? У нас не прокачаны вот эти вот новые. Джиггернаут так точно не прокачан. И химик, вот этот мне не ты. Вот этот мне понравился. Вообще, чувак, конечно, дает. То, что он может вот это замораживать, это, конечно, дорогого стоит. Так, шестой уровень. А максимальный уровень здесь 13-й. То есть, ну, сам представляешь, сколько еще нужно очков, чтобы его прокачать. И сколько нужно вот этих вот новых журналов, книжек и тому подобное, чтобы все это повесить заново на наших бойцов. Они вещь не имеют. Раньше у них было, ну, ты видел там, зубные пасты всякие, хлеб. У меня все на всех бойцах было. А теперь они обнулились, и ничего этого нету, и это надо все заново набивать. А ты прекрасно понимаешь, что это не так быстро. В общем, пиши в комментариях, будем к этому стремиться, к набиванию и к одеванию наших бойцов с иголочки, как у нас, в принципе, все раньше и было. Или же закончим на этом сегодняшнем обзоре. Главное, что я все скины купил. Вот это меня действительно порадовало. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.